Добрый день, церковь. Мир всем вам. Приветствуем любовью Иисуса Христа. Приглашаю вас подняться. Значит, наше служение с молитвы. Сегодня воскресное служение, последнее служение 2018 года. Последнее воскресное служение уходящего года. Давайте возьмем несколько секунд и просто скажем: Боже, спасибо Тебе за этот год, за то все хорошее, что было, за те сложные ситуации, которые закалили нас, Боже, потому что то, что нас не ломает, то нас делает сильнее. Господь, благодаря Тебе мы прошли разные ситуации, Боже. Благодаря Тебе, Господь, церковь Твоя наполняется детьми. Боже, спасибо Тебе, что Ты довел нас до сего места. И мы просим Тебя, иди вместе с нами, иди впереди нас и веди нас в новом 2019 году. Боже, сейчас мы собраны здесь во имя Твое, как церковь Твоя. Мы хотим благодарить Тебя, мы хотим славить Тебя все вместе. Неважно, кто стоит на сцене, где стоишь, на сцене, в зале, сзади зала. Боже, мы хотим одного, одним сердцем, одними устами славить Тебя и благодарить, потому что Ты один достоин всей чести, славы и хвалы. Аминь. Yeah.
Во веки, во веки, во веки,
веки. Просто размышляли то, что Бог сделал в нашей жизни в этом году. Я думаю, что Бог сделал очень много вещей. У нас есть очень много за что благодарить Его. Поэтому давайте откройте наши сердца просто и просто скажи Бог то, что ты хочешь Ему сказать, как ты благодарен, потому что Он есть Бог. И я знаю, что Он был с каждым из нас, каждый день, каждый месяц. И год на самом деле это очень длинное время. И очень много людей умирали, некоторые болеют, но мы здесь здоровы, мы стоим Божие, поэтому и некоторые вообще, они в мире ушли, но мы еще в Боге, поэтому это чудо, что мы проснулись сегодня, чудо, что мы можем разговаривать, можем видеть и слышать, ходить и кушать даже. Если некоторые лежат в больнице, они не могут кушать все, что они хотят, но у нас есть такая возможность, поэтому давайте просто с благодарным сердцем просто воздаем Ему всю славу, хвалу, все, что Он достоин, потому что Он наш Бог, Он Отец наш, и Он обещал, что Он всегда будет с нами. И я верю, что и в следующем году Он с нами будет, поэтому... И Он здесь, Он будет тебе слышать, говорить все, что у тебя есть в сердце. Да, Он здесь. Да. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите все в ком дыхание.
Спасибо, Иисус, спасибо, спасибо.
Лучше, чем
Тот, который первый сделал шаг вперед к нам. Не мы, мы не заслуживали смерти на кресте Иисуса Христа. Но Ты по Своей великой любви, Отец, отдал Своего Сына, чтобы мы имели прощение, имели спасение, имели восстановление, исцеление в Тебе, утверждение, власть, силу.
Безгранично доверяюсь Духу Бога,
Господь, благодарим Тебя. Благословен на имя Твое, Божие, превыше всех имен. Мы смиряемся, Господь, под крепкою рукой Твоей в этом месте. Мы знаем, Господь, мы без Тебя ничто. Мы хотим сегодня этим утром сказать Тебе, Боже, Ты наш Бог. Эвен Эзер, до всего места Ты помог нам, Господь. До всего места Ты привел нас. Мы благодарны Тебе. Благословен на имя Твое, Господь Иисус Христос. Благословен на имя Твое, Господь Иисус Христос, Спаситель мира, Спаситель всех человеков. Благословен на имя Твое. Благодарим Тебя, что Ты каждое утро обновляешь Твою милость к нам. Мы знаем, Бог, если бы не Твоя милость, мы давно бы исчезли. Мы знаем, Бог, если бы не Твоя милость, мы достойны смерти. Мы достойны наказания, мы достойны ада, если бы не Твоя милость. Но потому что Твоя милость, Боже, и сегодня живешь, Ты возвещать, как благ, Господь. Мы живи, Господь, и Ты возвещать Твою милость. Боже, благодарим Тебя. Боже, величай имя Твое. Я молю Тебя, Дух Святой, в этом месте, когда Твой народ собран, Отец. Говори с нами. Прикоснись к каждому из нас. Пролей Твой дождь там, где сегодня засуха. Открой свет там, где сегодня тьма. Я молю Тебя об исцелении там, где сегодня болезнь и мучение. Боже, во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя о прорыве, Господь, там, где сегодня кто-то буксует. Я молю Тебя о прорыве, Боже, во имя Иисуса. Духом Святым Твоим, Боже, направляй нас. Кто сегодня в слезах, кто сегодня в боли, в скорби, я молю Тебя об утешении свыше, Отец, во имя Иисуса, именем Иисуса Христа. Если кто-то потерял, я молю Тебя, пусть он придет в себя, и пусть он возвратится в дом свой. Боже, во имя Иисуса, пусть он возвращается в дом Отчий. Отец, во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя.